К 70-летию Победы в Чебоксарах состоялся слет военных династий Чувашии. На встрече с теми, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, побывала и наша съемочная группа. В этом зале собрались истинные патриоты. Семьи, которые знают, помнят и чтят историю своего рода. На слет были приглашены 7 военных династий, причем некоторые ведут счет родственников офицеров еще со времен царской армии. Низкий вам поклон. Спасибо вам. За то, что вы стойко, мужественно, героически защищали нашу родину, защищали Чувашию, защищали город Чебоксары и каждого из нас. Спасибо вам то, что мы имеем мирное небо над головой. У каждой династии своя судьба. Чьи-то деды были командирами авиационного звена, чьи-то просто рядовыми. Они любили свое отечество зачастую ценой собственной жизни. Мне, конечно, очень трудно говорить, потому что, так как мы дети войны, наши погибали дяди, другие родные. Вот все это, как вспоминаю, конечно, слезы текут, то, что и говорить, по линии матери. Значит, Ионов, Платон, сержант зенитной артиллерии, погиб в деревне Пешки Солнечногорского района в армии Рокоссовского при очень сильном налете, бомбежке. Ионов Иван воевал в Молдавии, танкист, погиб, сгорел в танке. Сегодня много говорят о патриотизме, о преемственности поколений. Эти 7 династий сохранили память о своих предках. А ведь, как известно, люди живы до тех пор, пока о них помнят. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика.